Здравствуйте, мои неимоверные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, какой же он на самом деле. Мужчина очень действенный, мужчина очень умный, мужчина очень образованный, мужчина, которому, знаете, за словом в карман лезть не нужно. Здесь мужчина действительно может добиться одним словом очень многих вещей. Мужчина закрыт от проявления чувств, мужчина, который не рассказывает о своих советах, о своих тайнах, мужчина, который не будет, знаете, лезть на рожон, там, советовать, кому-то что-то рассказывать, кому-то что-то доказывать, какой ты на самом деле еще... Разрушился его император, могу сказать. Сейчас судьба меняет ситуацию в его жизни, когда, ну, возможно, мужчина раньше рассматривал больше свою жизнь, развитие, как в своих целях, да, для построения своего бизнеса. Сейчас у мужчины идет изменение мировоззрения, когда мужчина задумывается о семье, о продолжении рода, какой ты на самом деле. Ограниченный мужчина, могу сказать, либо же в расстоянии у вас ограничения, либо же здесь мужчина, который находился в ограничениях, но сейчас он вырывается, да, сейчас, я же говорю, начинается новый период у него в жизни, когда он определенные, да, какие-то мечты, даже тайны, нежные, раскрытие своей души, вот раньше закрывал, сейчас меняется, и он меняет свое мировоззрение, потому как потерпел определенные неудачи и потери в жизни, которые привели его вот к изменению взглядов на жизнь и на реальность. Ну что же, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю, подписывайтесь на мой канал.